День Героя Отечества – это памятная дата, которая отмечается в нашей стране ежегодно 9 декабря. Память о героях, которые сражались за нашу Родину, и специально к этому дню председателем Хасавюртовского совета ветеранов Нажмудином Залимхановым по согласованию с руководством администрации города Хасавюрт проводилась акция «Ко дню Героев Отечества», в которой планировалось посещение аллеи героев и могилу Героя Советского Союза Абдурахмана Абдуллаева в селении Баба-Юрт Хасавюртовского района. Сын Героя Советского Союза рассказал о нелегкой судьбе своего отца, подчеркивая, как важно чтить память тех, кто отдал свою жизнь для процветания и защиты своей Родины. Сегодня день Героев Отечества. Герои Отечества. Они были воины, патриоты, защитники, освободители своей земли. Среди них был и наш отец, герой Советского Союза Абдуллаев Абдурахман Яхьяевич. Хотя родился он в селении Муцалаул Хасавюртовского района, оттуда и воинский путь его пошел, но после войны долгие годы он четверть века жил в селении Батаюрт, работал, тогда называлось Изба Шасаевского управления арсенальных систем. Долгое время работал там начальником гидроузла. После окончания школы он некоторое время работал в совхозе, колхоз тогда был в Муцалауле. Дальше добровольцем ушел в армию и служил на границе Грузии с предельными там государствами. И за поимку лазутчика его направили в Телавское военное пехотное училище. После его окончания он был направлен в войска, и в это время началась эта война с белофинами. Участвовал в войне с белофинами, был там ранен. Ну и дальше началась Великая Отечественная война, армии, фронты. И уже в 44-м году была грандиозная операция, Крымская операция по освобождению Крыма. Вот он участвовал там. За взятие Сапун-горы и участие в освобождении Севастополя было ему присвоено звание Героя Советского Союза. Также на мероприятии присутствовали первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, начальник отдела по делам молодежи Айшат Атаева, руководитель Союза афганцев Бекбулат Акавов, юные армейцы гимназии номер 3 и филиала Дагестанского государственного университета. Бадыр Ахмедов от имени депутатов городского собрания поблагодарил организаторов, отметив, что такие мероприятия проводятся для того, чтобы молодежь помнила подвиги своих предков, которые отдали свои жизни за наше с вами светлое будущее. Обращаюсь, еще раз повторяю, все эти мероприятия проводятся нашим молодым людям, которые сегодня здесь присутствуют и живут среди нас. В жизни всегда есть место для подвига. Я бы хотел этими словами завершить наше сегодняшнее мероприятие здесь. Поэтому это обращение к молодым. Еще раз поздравляю вас с этой датой, чтобы память о нашем герое жила вечно в наших сердцах. По окончанию мероприятий присутствующими было проведено возложение венков к бюсту памяти. Курбан Гереханов, Пирмагомед Пирмагомедов. Информационная программа «Пульс».